В следующий раз научись. В следующий раз хорошо. Так. Разгружаю. Что там, грязно, не грязно? Оп. Так. Так, ну. Так, сейчас я поближе. Кто-нибудь встань здесь, чтобы да, я ручки, мы просто открыли, видел. Показывали на том же. Она лежит сверху. Я ее увидела, значит, сердце не стало. Мне так ее хочу сильно. Братан. Похож на меня. Братан. Люд. Братан. Люд. Братан. Все! Стой! Короче, я не знаю, где Крус лежит, вы уже все знаете, да? Ну мы же открывали на это. А блок уже вон, три блока вам, а один мой. На, держи. Ребят, там в комнате, ну, где вы заходили, несколько, а вон они стоят, коробки их сюда тащите, картонные. Точки три. Да, вот так. Это ваши ключи кружали. Еще мешок со своей лопаткой. Он открытый сбоку. Коробки, видите? Продукты вот здесь складывают. Да, все сортируйте, так чтобы это можно было потом... Там тоже передали продукты, сказали именно ополчение. Тебя домогаются. Иди! Это знаешь, на границе эти наши спрашивают, смотрят. Достали же сыр. Вот, кстати, вот детское питание сюда питание. Сигареты вываливаются, два блока. Таких кухни тоже ходят. Я говорю, ну надо их приучать взрослые. Вот так. Нет, смотри, детское питание. Я вчера еле ешь. Вот это сюда. Ваня, я знаю, как ты. Ну, Саша, братан. Я примем все. Так, давай. Винстон сигарет. Вот, что там у него? Давайте уже вашу линеечку. Остановите дальше. Раз, два, линеечку. Линеечку не трогай. Чего не трогай, а задачиваешь работать? Совесть есть? Как ее называют? Каштун. Да пока хватит. Нахер они там нужны? Каштун. Мышка эта теплая, ты по ней понял. Ну, Саша, у меня один лох, у меня только один лох. А Саша, мы с Сашей будем носить попало. Я уже... Я тебе подарю свитер. Тебя снял, как бы. А вот еще. Отвлекаемся, мать! Да. Давай. Все, давайте. Лечи и все. Электрочайник, обогреватель. Давай, колеса. Даже генератор есть. Ты прикинь, она нашла себе шар и этот мешок положила в салон. Нет! Нет! Скажи, я не нашла в салон мешок. Он там.
Вон, в салоне лежит. Сядь! Нет! Оровать? Вот с ней оровать? Пробежал. Арабку или оровать? Блин, точно а прикол. Тут открытый мешок. Мы на границе открываем. Я аккуратно, ладно. А, сейчас надо из машины, вот этот мешок пришел. Аккуратно. Аккуратно. Что ты вообще помнишь? Ну, у меня ведь нет, я тех принес. Там вот тут. Торчат с мешка. Просил, говорил, не надо. Мне обещали бешено побыстрее. Да. Парни, осторожно, чтобы это вещи. Так, забыл, аккуратно. А, перчаток у меня нет. Хочешь помочь? А у меня уже дал. Я прожег. Стой, прожег перчаток. Понятно, не спим. Давай. Куда? 50 пар дверцев. Какие они холодные? Ты не знаешь, что там, как там делать? А ты сказать не мог, я у тебя спросил. Уфа, у тебя все есть? У меня все есть. Нет, это сказали, подожди, сказали зимник, дадут все охуенно, блядь. Все, вот ходи теперь в зимник. Нет, базара нет. Я там... Я себе взял. Я носки привезла под дверцы, вот эти длинные. Нет. Я себе взял теплый, но не на настоящий мир. А вот на лодку сотню возил на одну. Холод на одну. Стас, отойди. Стас. Офигенный мороз. Сер, чуть-чуть оно это. Так отойди. И пиздец будет. Отойди. Стас. Как будто батон. Пламя. Не надо этого делать. Да, не напитайтесь. Да. Вот да. Даже трос привезли, только я не знаю, зачем его. Дай-ка. О, так, это еда. Это еда. Так, это еда. Носки. Давай. Я еще не знаю, пацаны, куда надо назад закидывать вопрос. Ага. Дура, ты или че? Сереж, извини, ради бога. Хорош. Нет, ты не по нему попал. А я могу, если я могу, то я... Ага. Приборчи. А кинзи его сюда надо тренировать. Ой, извиняюсь. Так, держать новые спецкостюмы. Сань, трос сюда что ли выкинем, да? Я здесь не директор, я не знаю. Не, но мне все равно. Это у нас сюда, да? Ну ты насколько здесь? Чтобы поближе это, да? Я еще не знаю. Давай, не да, больше всего. Что там, обалдели вообще? Так, кстати, давайте, что стоим? Надо будет с передовой сделать видео. Какое сейчас? Чтобы они забрали. Ну да, да, да. Так, перебирать будем и посчитаем. Сейчас мы ничего не посчитаем. Нормально, тепло. Да, где ты? Так, вот это... Саша! Саш! А, иди туда, потому что там холодно. Это не все еще. Там уже жарко. Ну иди туда. Ну очень хорошо. Там не холодно. Сейчас будет жарко. Спасибо вам большое. На самом деле, тепло, потому что будет тошно. Мне очень, а там сюда спадает. Ты давай на самое. Так, это что? Афина. А, это, короче, не знаю. Ты можешь вот эти коробки снять? Сережа. Сережа, вот это все нам сейчас нужно разобрать и переписать. Все.
400 градусов. Да. Не, а мне придется сейчас разговаривать. Давай, вот это. Сейчас она что-то делает. Мы через Илья коробка быстрее. Да здесь все ставит. Да клади на них. Ну когда Саша-то перебрать? Саша. Я не люблю работать. Нет, я уезжаю завтра. Зачем? Давай. Да не знаю. Вот. Саша будет делать, пускай она это убирает. Чтобы было видно надписи, обязательно. Вот эти надписи, чтобы было видно. Да, да, да. Один, не три горку, будет мокрая. Все, хватит, блин. Пакет, а? Где пакет? Да нет. Вот, там есть. Я надержу. Знаете? Вот, сегодня молодец, чтобы дежурить, смотрите, да? За меня. А ты что? Ничего себе. Ты охренел. 330, да? Да, короче. Вот так? Так, давайте, знаете, как... А это нам, вот это нам. Ты сейчас, я... Будем все равно разбирать. Вот сюда, да? Да. Эту коробку, да. Я могу думать, ну, сейчас даже. Я его уберу прямо сейчас. А давай его выберу. Меня зовут Александр, позывной мой кот. Груз собирали с города Казани. Там Зеланты, церковь, Татьяна Вениаминовна, потом Михаил, как бы очень многие люди помогали, с татарской деревни грузились. Груз, как мы и обещали, предназначен для детского дома. Вот нам помогают кубанские казаки, сейчас это все переберем, развезем по потребностям, где надо. И надеемся, что будем возить в дальнейшем, потому что ситуация действительно очень-очень тяжелая. То, что можем, будем делать по своей мере возможности. Боевые действия, говорят, что перемирие, вот с ребятами общаюсь, перемирия нет, мальчишки воюют, мальчишки получают ранения. Будем помогать, нужна медицина, нужны продукты, да, все нужно, да, вещи, любая помощь, я думаю, сейчас будет не лишней. А что сейчас привезли, например, если... Привезли детские вещи для детских домов, для беженцев, кто с Дебальцева бежит. Привезли продукты питания, немножко медицины. Ну, раздать по детским домам и помочь людям, кому чем можем. В основном я старался грузить детские, потому что дети превыше всего изначально. Спасибо большое кубанцам, которые привезли этот груз. Мы обязуемся распределить это все по детским домам. У нас есть приют, есть интернат, есть дом для инвалидов. Мы все это развезем в ближайшее время, как можно скорее. Спасибо вам большое.